Ветерану Великой Отечественной войны Раизе Морозовой исполнилось 90 лет. Свой юбилей жительница поселка Томилино отметила накануне Нового года. С двойным праздником виновницу торжества поздравил глава городского округа. Это я и сын маленький еще. Раиза Морозова охотно показывает семейный фотоальбом, помнит историю каждого снимка, так же, как и годы Великой Отечественной. Несмотря на то, что ей было всего 8, когда началась война, она тоже внесла свой вклад в Великую Победу. 8-летней девочке мы вязали на фронт варюшки, вот с одним пальцем, чтобы солдатам было как стрелять. Это мы набирали 10 штук и отправляли на почту. Ну, как доходили, они не доходили, но мы, по-моему, даже благодарность за это получали. Сегодня Раиза Ивановна под прицелом десятков камер. Такое в ее жизни впервые. Подарки, цветы и поздравительные письма от президента России, губернатора Московской области, имениннице передал глава Люберец Владимир Ружицкий. Ну как ваше самочувствие? Ну, более-менее сравнительно. Ну, 90 лет, я не обижаюсь. Немножко ноги вот как бы подводят. А так, ну, у всех они одинаковые болезни. Ветеран Великой Отечественной войны проработала более 20 лет на текстильной фабрике. Всю жизнь она посвятила труду. Того же желает подрастающему поколению. Больше внимания уделять старым и родителям, и работать. Найти свою любимую работу, и от нее не бегать, и работать, как мы работали. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.